Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Захожу в игру, думаю, сейчас мы продолжим, как обычно, да, остановились мы на кальмарах с тобой. Угу, а бац, игруха меня скидывает вот сюда, друзья мои, на начало. Представляешь, мне пришлось сегодня проходить вот этого деда, этого, вот этого и вот этих кактусов. Но я тебе хочу сказать следующее. Когда я проходил вот этих трех кактусов, мне досталась новая карта. Нож. Но это еще не все. Вчера, когда я заходил в игру, я выбил еще одну новую карту. Вот я ее уже поставил себе. Вот этот гранатомет. И я тебе скажу, что это крутая штука. Не уступает пушке. Тогда я прокачаю себе пистолет. В общем, ребята, все хорошо, что хорошо кончается. Единственное, что мы сейчас с тобой, это заберем сундук. Так, что у нас здесь? Так, холодильничек, все, нормуль. Так, дробовик, жаба войны и шокодрон. Корабельная пушка, вау. Барабан судьбы, слушайте, ребята, надо удваивать по любасику. Ну вот, совсем другое дело. Так, сундучок забрали, что еще мы с тобой можем здесь сделать? Корабельную пушку могу прокачать до 5 уровня. Слушай, это прикольно. Общий урон, ну, почти 4000. Это классно. Кстати, что это за карта у нас? Кинжал предателя. Если цель шокирована, дополнительно наносит ей 100% урона. А общий урон всего лишь 270 на непрокачке. Я даже не знаю. Яд, мы с тобой яд можем прокачать. Пока вот такая у меня, друзья, колода. Ну что же, и мы продолжаем. Вот он, этот осьминог, кстати, что у нас тут? Забрать? Ага. Погнали. Слизкие объятия. 3 волны, давай смотреть. Ну, с этими кальмарами мы встречались. Если я не ошибаюсь, они, ребята, делают кляксу. По-моему, так. Новый монстр, осьминог. Скрытность, так, наносит 430 урона, отступая на заднюю позицию. 430 урона, да вы что, совсем что ли? А что так много-то? При первой атаке скрывает прогресс способности всех монстров. Вот что он делает, ребят, не в лицо, а скрывает. То есть мы не сможем видеть, сколько там, когда откат. Он убийца. Так, ну что, приступим, пожалуй. Я даже не знаю, давай начнем, наверное, с молнии, с грозы. Деда этого трогать не хочется, мне бы... Блин, мне бы что-нибудь такое. Типа морковки, чтобы вытянуть. Или осьминога, или кактус. Но ничего такого мне не дают. Могу пушкой его откинуть назад. Пока. Так, теперь давай. Это убийца, ё-моё. Хотя нормуль, пила его тоже неплохо пилит. Так, блин, кактус сейчас бросит мне пакость. Ай-яй-яй. Ладно, иди сюда, кактусенок. Мы с тобой еще не закончили. Так, ну он трупец, ребят. В любом случае он от отравления погибнет. Давай разберемся с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое, я забыл, что он воскрешается. Да, друзья мои. Так, ладно, кактус сейчас уничтожим. И займемся этим дедом. Ребят, вот эта вот карта дорогая, как и пушка, но она очень хорошо бомбит, поверь мне. Очень хорошо, урон наносит приличный. 3 снаряда плюс эффект поджога. Ты это сам видишь. Ну что, с первой волной справились. Так, я пока здесь ничего не буду брать. Я думаю, что справимся. Так, да зачем же он мне сюда обратно-то? А? Так, молния, сбивай каст. Не-а, ни в какую не захотел, да? Так, этот йети у нас под отравлением. Нам нужно с тобой тогда бомбануть, наверное, вот с этого оружия. Барабан судьбы называется он. Отлично, сработало. Так, этот, наверное, сгорит, я думаю. Нифига, не сгорел. Может быть, хватит уже, а? Баловать-то здесь. Что вы себе позволяете? Давай-ка вот так сделаем, наверное. Слушай, у нас мало здоровья. Вот теперь нам, наверное, придется с тобой посмотреть рекламку. Потому что... Или справимся? Наверное, справимся. Давай попробуем. Поехали. Так, сразу крюк. Вытягиваем кого? Гринча, да? Ну, Гринч саппорт, поэтому пила как раз для него.
Так, теперь нужно что? Заморозить, наверное, его. Заморозили. Так, здесь мы скидываем все это дело. Кальмар, иди сюда. Ать, успел все-таки ударить. Этот сейчас тоже ханорик по мне ударит, друзья мои. Этот ханорик по мне ударит. Но я еще должен выжить. Ну и все, теперь просто распиливаем с тобой. Точнее, не распиливаем, уничтожаем тролля. Во-первых, заморозку. Это раз. Во-вторых, давай с тобой сделаем барабан судьбы. Да ему крышка, друзья. Все, шикарно. Не потратили с тобой ни аптечки, ничего. Так, награда. Сегодня, друзья мои, по предрегистрации с Google Play пришло три новых игры мне на Android. Одна, кстати, от компании, которая делала игру Soul Knight. Так что, возможно, в ближайшее время мы ее посмотрим. Так, ну что, давай пойдем дальше. Тут у нас разыгрывается пекаль. А, с энергией проблема. Ну что ж, тратим. И пойдем. Друзья мои, не забывайте, что после кальмаров у нас ожидает босс. Я не помню, что он делает. Но аптечки нам пригодятся, скорее всего. Поэтому мы сейчас особо тратить не будем. Так, ну давай разбираться. Ага. Вытягиваем сорняк. Сорняк — это саппорт, поэтому как-то особо на него тратиться не хочется. Вот, сейчас я применю нашу пушку, вот эту вот. Барабан судьбы. Так, ядовитый урон. Замечательно, а этот все-таки звездонет по нам, да? Так, а это убийца. В любом случае ему крышка, он сгорит. Даже мы его успели распилить. И вот классно, что у нас с тобой прокачана корабельная пушка, ребята. До 4 уровня. То есть мы уже бомбим нехило, по 4000 дамага. Так, гем даже нам достался. Так, ничего смотреть я не собираюсь. Мне нужно, знаешь что, вот. Так, теперь барабан судьбы. В первую очередь она бомбит задние цели, друзья мои. Так что то, что нужно. Причем эффект поджигания, это очень-очень хорошо. Давай, сбей кастовочку, отлично. Так, а этот-то дедуля сейчас ускорение бросит. Адское зелье, блин, нашел на кого бросить, а? Шитик-то этот. Блин. Слушай-ка, что-то не особо здесь у нас с тобой хорошо идет. Во-первых, ага, избавились от двоих сразу же. Три. Да, друзья мои, поджог делает вот такие замечательные вещи. Обойдемся мы пока без этого. Давай, барабан судьбы. Сразу же потом применяем с тобой клуб, потому что видишь, там у нас кто? Клоун. Клоун сейчас все карты нам поменяет. Уже поменял. Так, наугад. Да куда ж ты этого-то? Ну зачем он мне не нужен? Ребят, кстати, отсылка, смотрите, на кого? На Марио увидел? У этого осьминога был костюм Марио. Даже в руках он держал грибочек. Ага. Барабан судьбы. Эффект поджога. Это классно, очень классно. Так, клоунада хочет меня сейчас ударить. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты будешь делать? Ну, так, этому крышка. А этому, в принципе, тоже мы его расстреляем. Так, друзья мои, прошли три волны. 696 пистолетов. И если мы еще с тобой сейчас умножение сделаем, получаем награду. Так, ну что, двигаемся далее. Босс уже не за горами. Он уже нас поджидает. Так, здесь разыгрываются УЗИ. А, тут еще же будет босс кальмаров, точно. Злой и слизкий паразит против нас, да? Сейчас мы его отдубасим. Но это, конечно, плохо. Перед главным боссом какого-то еще предбосика сюда давать. Ну-ка. Давай-ка вытянем кого-нибудь. Ага, это у нас Гринч. Распиливаем. Окей. Так, кальмар, иди сюда. Ты у нас убийца, поэтому по тебе плачет вот этот пистолет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не добили. Успеем заморозить? Успеем. Но этот ударит. Йети.
Ну, это ничего страшного. Блин, он заморозил карту, которую я хотел использовать. Вот это с критом, ребят. Ты видел, как мы его сейчас бомбанули? Просто с удара. Так, что это? А, фу ты, это гроза сработала. Я думал, что случилось, господи. Так, секунду. Нам нужно с тобой вытянуть. Ну ладно, пускай это будет пес смердячий. Так, куда ты, блин? Я только, ребят, хотел. Я только подготовился бомбить. И на тебе. А, сейчас и этот бросит крысу, да? И этот ударит. Не успел я чуть-чуть. Растерялся маленько, да? Так, ладно. Что мы с тобой делаем? Снимаем здесь веревки эти, путы. Подтягиваем волчару. Он погибает, в принципе, должен погибнуть сейчас. Блин, отравление действует только тогда, когда заканчивается. Вот, а я все жду, когда же оно сработает. Так, впредь этого мы не позволим себе. А вот, друзья мои, биологический мусор уничтожить. Он меня назвал биологическим мусором, прикинь. Ну что же, поехали, будем приступать. Сразу заморозку, наверное, поставим с тобой, да? Блин, вот этот мне не нравится, он будет хилять. А если мы сделаем вот так с тобой? Блин, классно бомбит, мне просто нравится, ребят. Сколько наносит урона этот барабан судьбы. Так, убийцу. Ай-яй-яй, не добили чуть-чуть, а он сейчас звезданет по мне. И ускочит, да? Ну-ка. Так, добиваем с тобой сорняк. Это уже хорошо. Давай применим с тобой грозу. Сбили каст. Ха-ха, босяра тоже мне. Так, тихо. А ну-ка, уничтожили. Так, ну и остается этот шитик. Допилим или нет? Чуть-чуть не хватило, да? Тогда вот так добьем. Все, друзья мои. Не такой уж он и сильный на самом деле. Новая карта, УЗИ. Слушай, неплохие награды. Забираем в полном объеме, плюс еще гемы заработали. Так, друзья мои, а самое главное, что сейчас будет действительно босс. Скоро уровень, кстати, получим. Так, и кто же он? Красный злой босс. Возможно, награда. Динамит, это, конечно, классно. Но у нас с тобой опять энергии не хватает. Придется потратить гемы. Потратим. Сколько у меня гемов? 172, в принципе, нам за глаза этого. После босса пойдут какие-то свиньи, с которыми я тоже не виделся. Вот с этим я тоже не виделся, ребят. Оу. Слушай, так тут вообще новые какие-то. Я не видел, вот раньше не было вот таких вот монстров. Ну, ты не забывай, я не играл где-то год, может полтора, поэтому... Мне давно писали, ребята, вернись. Но я не хотел, потому что, как я вам объяснял, прогресс первого моего прохождения просто слетел. Обнулился. Я не хотел начинать все заново, но ты знаешь, я не жалею, что начал все заново. Тут, я думаю, очень много приколюх будет. Ладно, разговоры в сторону, у нас с вами босс. Поехали. Так, не трать ману на пингвинов, терпение, друг. Поймай момент, когда класс красный злобный босс будет перед тобой. Так, у него иммунитет, нельзя заморозить, нельзя шокировать, нельзя отравить. Хм. Нельзя заморозить, нельзя шокировать и нельзя отравить. Так, пушку прокачиваю, ребята, до 6 уровня. Нельзя отравить, а у меня здесь... А у меня есть поджог. Блин, снегобума, что ли, убрать? А что делать вот это? Общий урон, 240, цель передняя. Если цель... Блин, она не заморожена будет. М-м. А вот ты что делаешь? 750? 100% урона по защитникам? Оу. Слушай-ка. Почти штуку. Блин, но корабелка-то тоже, ребят, по передней цели бомбит. Извини меня, урон почти 4660. Так что, наверное, нету смысла. Снегобума в любом случае я улучшу, потому что в дальнейшем он нам пригодится. Так, ну что, у нас с тобой есть... Бомбы. 8 штук. Ууу, так это круто. Ладно, я думаю, что мы все-таки должны с ним разобраться, друзья мои. Не будем паниковать. Поехали в бой. Фух.
Так, нельзя отравить, значит, его заморозить, да? Воу-воу. Новый монстр. Красный злой босс. Так, у него две способности. Наносит 524 урона каждые 5 секунд. И призывает помощников. Так, призывает помощников, если их не осталось. То есть на постой, да, он их вызывает. Ладно, ребят, давайте смотреть. Безумие, я покажу тебе, что такое безумие. Даже так, заморозить его нельзя. Давай тогда из пушки. Окей. А каст сбить получится? Его нельзя шокировать. Я вспомнил. А еще раз из пушки. Так, вызывает, да? Вызвал. Слушай, ну а поджог на тебя будет работать? Давай проверим. Поджог-то на тебя работает, парень. Причем двойной. Дай-ка я его попробую увернуть сюда. А если вот так вот? Так, слушай, нам, наверное, надо будет с тобой вот так вот сделать. Подожди, подожди. Отлично. Воу-воу-воу-воу. А чё так кисло-то? Я думал, мы сможем их уничтожить. Прикинь, три раза и все в босяру. Ну-ка, из пушки. Ты серьезно? Это, по-моему, был самый легкий босс, друзья мои. Самый легкий босс, я его распинал сейчас просто-напросто на ваших глазах. Но опять же хочу сказать, это все благодаря нашей корабельной пушке. Так, ну что, друзья. Новые монстры нас с тобой ждут. И уровень есть. 17-й, да? Так, хпшка у нас увеличилась. Так, а я могу что-нибудь прокачать? Ничего пока. Окей. Ну что, что это у нас за свиньи? Так, блин, опять с энергией проблем. Да что ж ты будешь делать-то? Давай сразу тогда... А, тут по 5. Тогда не будем. Настоящее свинство. Вот как называется у нас миссия. Новый враг. Как-никак. Воу. Фигана. Так, рывок. Наносит 260 урона и перемещается вперед. Даже так? Сыгранная карта восстанавливает 5% здоровья монстра. А не жирно ли тебе будет, а? Свинота. Разыгранная карта и восстанавливает здоровье еще, представляешь? Такую борзость. Так, давай сюда иди. Сейчас мы с тобой, парень, разберемся. С помощью чего? С помощью нашей корабельной пушки, да? Да. Готов, парень. Так, свинья сейчас будет тут лютовать. Бомбануло, да? В плане... А, ну да, восстанавливает же здоровье себе. Так, тихо, тихо, слизи, не надо там... Блин, свой пузырь успеет, да, использовать. Слушай, ребят, ну это борзость. Ты посмотри, она отхиливается. Просто отхиливается. За счет того, что я применяю карты. Это, конечно, борзота, на самом деле. Причем лютая борзость. Ладно, мне в любом случае, ребята, деваться некуда. Будем бомбить. Она кто у нас, убийца? Я вот не почитал. Так, первую волну прошли. Да не надо мне здесь ничего пока. Давай, наверное, вот так вот зарядим для начала. Плюс сделаем с тобой барабан судьбы. Угу. Так, мне надо вытянуть вон того гаденыша. Попробуем. Есть контакт. Иди сюда. И нараспил его лой. Блин, рывок. Да чтоб вас. Ты посмотри, что делает. Так, туча, давай бомби уже, в конце концов. Мне от него, конечно, здесь ни холодно, ни жарко. Так, давай, барабан судьбы. Да что ты все в этот гриб-то? Вот в этого надо. Так, давай уничтожим, короче, свинью эту. А этот собирается что-то сделать противное. Ну-ка, не успеет. Так, мухомор, иди сюда, с тобой разговор будет короткий. Я сейчас тебя на пилу возьму. Хиляться он вздумал, да? Так, и пилушка-пила. Да иди ты в пень. Так, пускай пока позаморозится. Добиваем. И последняя волна у нас. Так, получить. Я думаю, перебьемся мы с тобой. Сейчас барабан судьбы еще воткнем.
Пускай он там задние эти цели уничтожает. Эх, в деда попало. Пока так вот заменим с тобой. Псину, псину, псину надо. Ребята, ну-ка, распилить может ее. Так, дед встанет на это место. У нас с тобой есть крюк. Мы можем вызвать вот этого сюда. Он с отравлением. Так, придется тогда молнией бомбить. Он шокирован. Он шокирован. Барабан судьбы вперед. Должен добить. Есть контакт. И деда заодно. И заодно деда. Из пушки мы его уничтожим. Да, ребята, отлично у нас получилось. Ничего здесь не потратили. Аптечки все сохранились. И получаем 870 карточек на черепаху. И приумножим. Ну, отлично. Хорошие награды. Ну что, друзья мои, а мы двигаемся с вами дальше. Так, тут разыгрывается бензопила. В принципе, бензопила меня вполне устраивает. Поехали. Будем сейчас разбираться. Блин, смотри, какой монстр. Непонятный какой-то, да? То ли елка, то ли кто. Ага, стоят. Стоят и радуются, да, значит? Но здесь, наверное, нам придется с тобой, скорее всего, грозу включить. И это бесполезно было. Так, свинья, заморозься. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай хоть кого-нибудь уничтожим. Волчару, да? Успеем ли? Нифига. Все-таки успели, блин, нанести по урону мне, а? Все-таки они успели. Так, если сейчас мы успеем с тобой применить барабан судьбы, эти два нежильцы. Так, этот уже не жилец. Так. Минус. И свинье даже досталось. Она хиляется. Бумс. Минус 12 тысяч урона, ты прикинь, сейчас я нанес. Пока не надо это ничего делать мне. Вот ее, конечно, вот эта способность рывок, что она может вырваться вперед, это на самом деле не есть гуд. Так, распилим. И хочу попробовать успеть. Туча, 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 нет. Нет, 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 ребята, заморозка. Только заморозка. Так, от этого мы получаем урон. Нифига, не добили. Так, ну что, барабан судьбы. Он, в принципе, должен его добить. И свинье должно перепасть. Давай, свинье. Блин, нет, все удары туда пришли. Корабельная пушка. Блин, сейчас еще и от свиньи получим с тобой тумаков. Блин, а это не последний бой. Далеко не последний. Еще раунд нам придется с тобой драться. Да что ж ты такая живучая-то, а? Пакость ты такая. На тебе морковкой в нос. Ну что будем делать? С корабелочки бомбанем, да? Давай, наверное, сделаем вот так вот. Потом сразу же сделаем с тобой вот таким. Блин, да что ж ты делаешь-то? Все не туда. Так, этого заморозить надо, потому что будет отхил массовый. А он нам здесь не нужен. И пилой. Да куда? Черт подери, а. Все, все не то, что надо, понимаешь? Так, вытягиваем с тобой, короче, сорняк. Сейчас мы с ним здесь закончим. Так, свинья, иди сюда. Иди, я тебе сказал, сюда. Ударит. Причем бомбит не кисло. Три выстрела и пушки добьем. В плане. Не вышло? А так? Вот так, друзья мои. С горем пополам. Но сложно с ней драться. То, что она получает отхил постоянно. За использование моих карт. Ну что же, у нас еще один бой с вами. Опять же со свиньей. Вот она, это даже как бы типа боссика, смотри. Какой у нее костюмчик, маска, да? Так, возможная награда, это у нас ракетная бомба. Ой, ракетная бомба. Замораживающая бомба. Самовыражение. Поехали. Блин, да что ж ты будешь делать?
Да, теперь поехали. Что она там будет делать, я пока не знаю, но думаю, мы ее разберем с тобой. Так, начнем с этого, пожалуй. Это для начала, ребят. Для затравочки, как я обычно это говорю. Так, пускай копят. Сейчас попробуем с тобой вот так сделать. Мне бы снегобумом бы сюда заморозить эту свинью. Вот он. Отлично. Так, успеем? Успею я еще. Надо сбросить. Во! Вот идеально сейчас получилось. Блин, ты все хиляется, а, жаба? Ну что, будем добивать, наверное, мы с вами задние цели. Ты сейчас издеваешься, что ли, надо мной, блин? Все в это, в свинью полетело. Понимаешь, все в свинью полетело. Так, распиливаем, короче. Этого осьминога. А этот хочет пузырь повесить, да? Пускай вешает пузырь, короче. Мы его собьем. Вот таким вот образом. Заморозим. Подождем. Времечко определенное, да? И просто его добиваем. Вот и все. Так, вторая волна у нас с тобой. Где они? Так, ну-ка, Гринч или... А, Слизень. Ну ладно, пускай будет Слизень. На распил его ловим. Вот таким вот образом. Дальше из пушки мы его уничтожаем. Замечательно. Главное, чтобы, друзья мои, Гринч. Ну-ка, попробуем так сделать. Ну, сбей ты кастому, не хочет. Сейчас Грифон по мне звездонет. Могучий удар. Замораживаем. Успею я вытянуть, как думаешь? Наверное, не успею. Он все-таки... Ребята, он ускоряет Грифона. Ладно, сейчас я разберусь с дедом с этим. Чтобы он нам просто тут не мешался. Так, тихо. Давай, барабан судьбы, действуй. Слушай, когда враг отравленный, по-моему, барабан судьбы наносит колоссальный урон. То есть усиленный. А ну-ка, так мы его добьем? Ну, почти. Расстреляем. Переходим на следующую волну. Ага. Ну, здравствуй, ужин. Я как раз проголодалась. Серьезно, что ли? Ты это серьезно или пошутила, а? Свинота. Наверное, пошутила. Так, ну я, честно говоря, такие шутки не особо люблю. Давай. Блин, надо было кастовку здесь сбить. Так, этот от отравления, да, погиб. Сейчас мы заморозим с тобой свинью. 23 тысячи хп у нее было. Так, теперь что? Просто стрельни. Фигня какая-то. Барабан судьбы. Так, этот ударяет из-под тишка. А мы с тобой вот так сейчас сделаем. Так, тут горит. Сейчас я его вытянуть попробую. Так, свинья тут готовится рывок сделать. Это не есть хорошо на самом деле. Распилить. Иди отсюда. Заморозку хотел, конечно, чтобы... Ай, ребята, она очень сильно бомбит. Вот что я тебе хочу сказать. Очень сильно. Так, ну-ка. Подождем ее маленько. Так, пускай пока это... Отравим еще, ко всему прочему, да? Так, каст, интересно, получится сбить ей? Получилось. Блин, где снегобум у меня? Мне нужен снегобум, блин. Его нету. Так, бомбаним из пушки. Да, блин, вы серьезно, что ли? Успею? Успел. По-моему, крышка ей, да? Или ничего подобного? А мне? А мне крышка или нет? Я на микронах, ребята, живу. На соплях, грубо говоря. Посмотри, сколько у меня. 186 хп. Ну, тут заморозка мне выпала. И все. Да, мы с вами выкрутились. Буквально на волоске от смерти мы с вами были. Но победили же все-таки. Так, награду получили. И кто у нас там дальше-то, по идее, идет? Да, новые, ребята, монстры. С этими я не встречался. Но это, видимо, какие-то ли или гоблины, или ведьмы какие-то. Ну, странный, да, чувачок? Тут тоже странный. Ну, этих ребят мы уже будем с тобой смотреть в следующей серии.
Так что, дорогие друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.